Так что мы увидим при старте, когда оборот еще маленький, задний двигатель по левому борту вот так вот себя ведет. Вот, когда мы тормозим, он тоже останавливается, но сейчас не получилось показать. Итак, вот мы стартуем. Оба задних двигателя видели, да? Кое-как. Тут я еще почему-то не могу оттренировать правильно газ, чтобы он не сразу мне там залетал очень высоко. Ну, может быть, это и не высоко, конечно, может быть, его невозможно нормально научить на 30 сантиметрами парить. А выше уже страшно. Вот. Поначалу его здорово шатало, но с помощью небольшого триминга, с небольшого триминга по горизонтали, я это самое, ну, его сейчас реально не носит. Так его носило, и кончилось это плохо. О, говорил, что не носит, да? Еще раз при старте мы увидим, что задний двигатель по левому борту. Вот видели, да? Оба. Еще раз. Оба. Короче, сложно здесь летать, потому что высоко и стены. Наверное, никто не летает в помещении на Хабсане. Я, честно говоря, в помещении ни разу не летал на том же фантоме.